Здравствуй, дорогой друг, саунд-продюсер, коллега. На связи Сергей Маринкин. И мы начинаем делать дабстеп. Почему-то многим кажется, что это какой-то там трудный, там замороченный стиль. Что только там нереально кто вообще там может его делать. На самом деле это, наверное, самый простой стиль из всех, что мы рассматриваем в данном курсе. И сейчас вы в этом убедитесь. Ну что ж, давайте с вами начнем. Опа. Дорогой друг, у нас тут гости. Гость. Вы его не видите, но вы его можете услышать сейчас. Дракон. Мешает мне тут урок записывать. Ну вот. Так, барабаны. Барабаны дабстеп. Окей, давайте создадим пару дорожек. Файл, импорт, аудиофайл. Тут у вас в папке вот дабстеп. Как всегда, папка drums. Берем кик. То есть бочка должна быть агрессивная, грязная. Такой же должен быть и снэр. Малый барабан. Четкий, агрессивный, грязный. Помните, в предыдущем разделе про медленную поп-музыку мы там говорили про аккуратность. Вот, дабстеп это не тот случай. Давайте их возьмем. Копировать в нашу рабочую папку. Окей. На разные дорожки или на одну, на разные. Вот у нас готово все. Вот дабстеп готов. С вами был Сергей Маринкин. Всем пока. Так, ладно. Что делаем дальше? Ритм очень простой. Малый барабан у нас всегда бьет в третью долю. В третью, только в третью. Что касается бочки, поставьте вот здесь вот привязку к сетке, чтобы голубым горело. Use Quantize и 1/16. И вот здесь вот 3/16 подряд. То есть 3/16, ту, ту, ту. Вот. Боже, это отвратительно. А вообще дабстеп делается в темпе от 135 до 145. Вот, самый популярный темп это 138-140. Давайте 138 поставим. Да, еще тут можно вот за 2/16 до второго такта поставить. То есть вот так вот. Ну и во вторую долю, чтобы тоже у нас было. Вот, то есть я вам говорил, что это будет самый простой стиль, поэтому тут будут самые простые уроки. На этом данный урок я завершаю. Поставьте бочку и малый таким вот образом. Сделайте вот это вот прямо сейчас. И увидимся с вами в следующем видео. С вами был Сергей Маринкин. Поехали.